Новую футбольную площадку еще не успели открыть, как ее уже заполонила местная детвора. Спортивное ядро в школе номер 16 уже давно нуждалось в реконструкции. Покрытие на футбольном поле и спортивные элементы сильно износились. Заниматься стало уже небезопасно, вспоминают преподаватели. Теперь положили новый искусственный газон, поставили ворота, установили сетку и расчертили разметку. Открыли площадку лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Михаил Раев и Николай Кашников. Я считаю, что такие объекты должны быть обязательно во всех школьных учреждениях. Именно вот на таких футбольных площадках вырастают будущие чемпионы, будущие олимпийские чемпионы. Поэтому в ближайшие 5 лет мы знаем, что нам нужно делать в округе. Детям нравится, вот, дети занимаются спортом, будут расти здоровые, крепкие. А это наша основная задача. Футбольное поле всего лишь часть спортивного ядра. Вскоре на территории школы появится беговая дорожка, площадка для игры в волейбол и баскетбол, множество других современных элементов. Строили, наконец построили, конечно. Не останавливаемся на достигнутом. Родители эти инициативы выдвинули, родители эти инициативы поддерживают. Ну а мы поддерживаем родителей и инициативу на своем уровне. Инициативу реконструкции спортплощадки выдвинули родители и педагоги учебного заведения на встречах с лидерами движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». После чего химчане поддержали ее своими голосами на сайте «Хижонлайн». И она была реализована.